Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть в червячку Wardmate.io. Так, ребятки, берем зеленого, так что, ребячки, погнали. Воу, кто это у нас, ребята? Ха-ха-ха, это у нас конфетки такие вкусненькие, ням-ням-ням-ням-ням-ням, давайте кушать их, чтобы расти. Так, ребятчики, нужно не забывать о том, что нам нужно питаться для того, чтобы стать большими. Нужно искать бутылочку с лекарством. Она дает более-менее, ребятки, расширяемый такой эффект. Мы становимся более такими гибкими и более такими вообще соображательными и большими. О, отлично, ребятки, отлично. Так, ну что ж, а где же червячки? Ребята, надо искать червячков и переграждать им путь. Таким образом мы будем, ребятки, расти и питаться все более быстрее и... Вот, видите, вот такие вот червячки нам нужны. Так, подождите. Идем дальше. Нужно искать, где много червяков. Вот, какой большой. О, посмотрите, его съели, и мы забрали всю его еду. Посмотрите, какие мы стали огромные. В один прекрасный момент мы стали просто большими. Просто большими, ребятчики, мы стали. Классно. Классно. Так, теперь мы с вами, ребят... Ого, посмотрите, как большая змея рядом расширилась, ребят. Мы тоже довольно-таки не маленькие, я вам хочу сказать. Посмотрите, какие мы огромные. Отлично, ребята, вы только посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, сколько тут еды для меня. Вот это да, вот это круто. Вы только посмотрите на эту красоту. Так, ребят, я так понял, что меня здесь съедят, надо возвращаться назад. Ребята, посмотрите, вот этот самый большой тоже погиб. Воу. И тут куча еды осталась. Просто миллионы еды, ребят. Просто миллионы еды. Классно. Вы когда-нибудь видели такое в игре в этой? Ребята, посмотрите, какой я большой. Так, надо делать вот так вот, потому что я попросту могу врезаться в кого-то или во что-то. Так, ребята, пройду я здесь или нет? Ребята, тут... Говорятся уже о нашем выживании. Сможем ли мы пройти эту степень выживания или не сможем? Все, ребята, нам кранты, ребята. Нам, наверное, здесь и остаться спочивать. Сейчас посмотрим. Может, я еще успею найти выход отсюда? Ого, ребята, он здесь намотал. А вот и выход или нет? Сейчас посмотрим, может здесь есть возможность сбежать отсюда. Ах, чтоб тебя, откуда ты взялся, маленький нехороший змей. Все, он уполз, а ну давайте убегать будем из этого пространства. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, меня съел он, просто-напросто съел. Что же делать, я даже не представляю. Так, ребяточки, ну что ж, давайте, у нас реклама, давайте мы ее, ребяточки, с вами. Пропустим и продолжаем играть. Давайте возьмем синенького. Все, ребяточки, погнали. Теперь мы синеньким. Да, довольно-таки неплохо мы проиграли, ребят. И вошли во вкус, так сказать, настоящего Слизариуса. Так, посмотрите, как быстро я расту на этот раз, ребят. Это, наверное, за то, что я в прошлой части достиг очень многого. Ой-ой-ой, опять я погиб. Наверное, это мне дали за то, что я в прошлой части, ребят, достиг очень многого, и мне теперь даны поощрения в этой игре. И теперь я смогу что-то сделать. Так, продолжить, ребятки. Давайте обратно возьмем синенького. Синенький мне цвет очень нравится. Погнали. Отлично. Довольно-таки неплохо, ребят. Так, и что же мы видим здесь? Вау, ребятушки, посмотрите, сколько здесь тортов вкусных. Сколько здесь разных. Посмотрите, какой червячок прикольный цветом. Раскраска, конечно же, прикольная у него. И у нас скоро такая будет в ближайшем будущем. Я так думаю. Так, ну что ж, теперь, ребятки, нам осталось... Так, ребят, здесь мне вообще не место. Маленькому червячку среди больших дядь. Потому что я, получается, вообще никому не могу дать сдачи. О, посмотрите, как я быстро стал длинным. Я съел, ребятки, какую-то штуку и стал просто длинным чувачком. Опа, вот так вот мы его наказали и съели его. Теперь стали мы еще больше, ребятки. Отлично, просто супер, я считаю. В
Вау! Вот это да! Ребята, посмотрите, какие мы большие! Так, неплохо, неплохо. Ого, здесь, ребячки, красненький такой, огромный красный, вы только посмотрите. Какой он большой. Куда же тянется его хвост? Давайте-ка посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, наверное, он меня проглотит, ребята, потому что он чувствует. А вон пират, ребяточки, маленькие, вы видели? Вот тот пират в прошлой части меня просто-напросто съел. И его кто-то съел, и он остался, наверное, самым... Тут костюм не играет роли пиратвы или какого-то вы цвета. Тут играет роль уже совсем другое. Здесь роль играет на выживание. Кто сколько съест добра, тот и прав. Тот и огромный червяк. Ох, чуть не врезался, ребятки. Зато мы схаймиваем его добро. Неплохо так, неплохо. Вау, ребята! Вот этого красного можно сейчас уничтожить, посмотрите. Если правильно здесь сейчас поступить, то мы его с вами можем съесть. Но он намного быстрее, как вам видно. Он намного быстрее, ребята. И мы попросту там ничего не сможем сделать. Так, ну что ж, давайте вот этого зеленого. Ой-ой-ой, ребяточки, мы совсем случайно врезались и проиграли. Ну ничего, я думаю, в следующий раз, ребятки, обязательно выиграем. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом мой выпуск подошел к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Сегодня мы играли в червячков. Пока.